Всем-всем-всем-всем-всем привет, ребят. В сегодняшнем ролике мы с вами рассмотрим самых стандартных героев. Вот, был у нас запрос от Олега Олеговича, комбинацию с простых героев, для кого лучше. Вот, как я так понимаю, какие герои лучше вместе как поставить. Вот, поэтому, как говорится, есть запрос, надо сделать. В сегодняшнем видео мы об этом поговорим. Естественно, те, кто уже играют не первый день, скажем так, да, уже, возможно, и не первый дем, для них простые и стандартные герои это будет не совсем та актуальная тема, но в любом случае мы все прекрасно понимаем, что они у нас есть, и мы их все равно до сих пор используем, в любом случае я тоже их использую, вот, с некоторыми, конечно, особенностями. Поэтому сегодня мы их рассмотрим. Говорю сразу, заранее, да, то есть, ну, стандартный герой у нас есть не только оранжевый, так сказать, да, есть еще фиолетовый, синий, их, в принципе, тоже можно отнести к стандартным героям, но, естественно, мы их рассматривать не будем по одной простой причине, что все эти герои, они, ну, скажем так, неиграбельны, да, то есть, в лучшем случае вы ими поиграете только в начале игры, в штате именно. Вот, после этого начнете собирать уже оранжевых героев и со временем просто полностью перейдете на них. Поэтому, ну, пока в данной игре у нас нет такой реализации, чтобы кто-то там спустя несколько сезонов ДД или даже демов продолжал играть фиолетовыми. Нет, конечно, уникумы найдутся, которые будут играть, но толку от этого, конечно же, не будет. Вот. Поэтому сейчас рассмотрим всех стандартных оранжевых героев. Вот, и почему они актуальны, в принципе, будут у вас всегда. Вот, для начала пройдемся по ним всем. Говорю сразу, у меня всех нет. В принципе, причины я тоже сейчас озвучу. Но на текущий момент вот у меня есть. То есть Гробовщица, Бритва, Сраженец, Арсенал, Безумец, Изгой и Защитник Рассвета. Нету у меня только укротителя и милитариста. Вот. Давайте тогда с них и начнем. Укротитель. Ну, как вам сказать? Герой по-своему интересный. Он даже встречается в таблице. Мы сейчас к ней перейдем, в принципе, уже в конце. То есть, да, я их связок. Встречается он в таблице, то есть его используют, но все разы, сколько я им не играл, для меня он показался более, может быть, не только для меня, более таким, ну, как так сказать, менее полезным, я бы так сказал, при БТРе, при отчетах, да, то есть в битвах. Я так понимаю, сказываются его навыки, у которых не настолько большой процент на то, чтобы они сработали. Но в любом случае, давайте посмотрим. Все герои у нас стандартные, универсальные, кроме троих, да, то есть есть три специальных, они вводятся чуть позже, после старта игры, вот, естественно, они идут один на стрелков, один на машинки, один на бойцов, вот, ну, а все остальные, естественно, у нас универсальные. То есть герой универсальный, поддержка, то есть можно его использовать в среднем на любом ряду, вот, в стандартных героях. У меня уже просто есть, да, видос, там, кто видел, нет, посмотрите принципы расстановки героев в БТРе, то есть там я тоже рассматриваю стандартных героев. То есть для вас, так как герои в принципе равнозначные, самое важное и правильное это соблюсти два момента. Первое это дальность навыков героев, чтобы не было такого, что ваш герой не достает до соперника, да, то есть не использует свой навык в полную силу, либо вообще. Вот. Второй момент это прокачка. Ну, то есть сейчас я говорю и сравниваю, да, героев, которые, в принципе, должны быть прокачаны со всеми навыками. Если у вас еще герои не прокачаны там до конца, не нужно смотреть на связки, что вот этот и вот этот, это хорошо. Это хорошо, да, если они у вас все трое, и все трое прокачаны полностью. А если у вас кто-то один не прокачан полностью, но есть другой, который прокачан полностью. Ну, допустим, да, изгой, разрушитель, безумец. К примеру, стандартная связка. Но если у вас какой-то из героев выпадает, да, не прокачан еще, то эта связка не работает. Ну ладно, это мы немножко отвлеклись, поэтому смотрим, что сразу у нас есть.
два навыка пассивных на оборону. Не забывайте, да, сразу же здесь. У стандартных героев пассивные навыки слабее. То есть в отряде с героем та защита 30. И здесь у него тоже 30. Возьмем, допустим, ну, какого-нибудь, я не знаю, там С4, допустим, да, ну, к примеру, да, тоже на бойцов. Кто у нас там есть? Ну, допустим, я, да. Тоже два пассива на броню. Первый идет плюс 50, а не плюс 30. Второй идет плюс 40, а не плюс 30, да. То есть, ну, уже видно, что плюс 30% у него к обороне за счет пассива идет больше. Ну и, соответственно, остальной пассив тоже здесь 50, там будет 30. Поэтому все стандартные герои, они уже как бы, ну, заведомо слабее. Поэтому использовать их в битвах, когда уже, да, есть герои там С3, С4, иксы даже, ну, это чревато тем, что у вас все равно заведомо слабый герой. Тут уже, конечно, будет зависеть от вашего соперника, с чем вы столкнетесь. Итак, укротитель. Навык номер 2. ФАС. Да, любитель собак. Цель 1. Случайный вражеский отряд. Дальность действия 3. Подготовка. 1 ход. Есть 55% шанс нанести одному случайному вражескому отряду в пределах дальности эффекта 634 урона. Хорошие цифры по урону. По одной цели, но все равно это очень хорошо. Но за счет подготовки мы сразу же понимаем, что он его может использовать максимум 4 раза за битву. И 55% шанс говорит о том, что еще пополам мы это все сокращаем. То есть в среднем он им, ну, ударит, скорее всего, 2 в среднем, наверное, да, 2 раза за всю битву. Может быть 1, может быть 3, максимум 4. Ну, скорее всего, 4 никогда не будет. То есть 1-3, но в среднем будет по-любому 2. То есть слишком, слишком слабо. Всего лишь 2 удара. Вот, и это при том, что если его не заблокируют, да, если его еще заблокируют использование навыка, то все, можно сказать, что он его и не использует. Навык номер 5. Дальность действия 2, цель опять же 1. 35% шанс нанести одному случайному вражескому отряду в пределах дальности эффекта 540 урона, а также создать эффект затупления, снижая атаку на 30%, длится 2 раунда. Хороший бонус по поводу снижения атаки на 30%. Также неплохой урон в 540, но опять же 35% шанс. То есть в среднем, если даже взять на всю битву, да, ну 1/3. У нас 8 раундов, ну то есть тоже, грубо говоря, в среднем, наверное, 2 раза за битву он, возможно, сможет использовать. И одному кому-то снизит атаку на 30%. Ну, посредственно, но уже лучше. Все равно лучше, чем было в начале. Вот, идем дальше. И последний навык, 8. Дальность действия 3, цель 1. 35% шанс, опять же, нанести одному случайному вражескому отряду в пределах дальности эффекта 420 урона. А также создать эффект немощь, снижая урон на 20%. Длится 1 раунд. Ну, урон на 20% это, конечно, немного. Это лучше, чем ничего, но все равно это немного. Опять же, цифра 420% хорошая в плане урона. Но все сводится к тому, что... Ну, я думаю, заведомо все это было спланировано таким образом, что у героя хороший урон, но при этом небольшой шанс на его срабатывание. Что в целом усредняет его полезность, так сказать. Поэтому он у меня никогда не бывает на базах, честно говоря. Может быть, конечно, кто-то им играет, это дело лично каждого. Но мне он, честно говоря, не заходил ни разу. Поэтому я никогда его себе особо не ставил и не использовал. Вот, это у нас укротитель, поэтому идем дальше. Наверное, следующий по моей полезности от худшего к лучшему – это милитарист. Вот, долгое время он у меня был, в принципе, я им бегал, играл, но за неимением лучшего, так сказать. Когда у вас нет ничего, чем заменить, ну, как говорится, играем тем, что есть. Если герой не считается хорошим, это еще не значит, что если, ну, у вас других нет, он бесполезен. Все равно используйте, конечно. Вот, этот герой у нас тоже стандартный, но он уже идет исключительно под бойцов. То есть, ну, понимаете, да, если к нему поставить войска другого типа, не бойцов, да, там машинки либо стрелки, то его навыки, они работать не будут. Вот эти. Соответственно, ну, просто мясо. Вот, что у нас здесь? Здесь два пассива на броню, и пассив у них, как видите, чуть-чуть получше, чем у стандартных, да, уже 35. Здесь
и здесь. Ну, здесь как бы все, как видите, да, то есть атака, защита, скорость битвы бойцов плюс 30% есть. Ну, это и все, по сути. Давайте посмотрим по навыкам. Дальность действия 30, 2 случайных вражеских отряда. Подготовка 1 ход. Понимаем, да, опять же, вспоминаем у нашего укротителя. То же самое была подготовка. 35% шанс. Еще лучше, да, то есть 4 раза за битву максимум можно использовать, плюс 35% шанс. Это все, ну, грубо говоря, один раз. Один раз за битву. Максимум 2. Нанести 545 яростного урона двум отрядам противника в пределах дальности ценой снижения атаки своего отряда на 80% на 2 хода. Может, конечно, хорошо, что всего 1-2 раза за битву, потому что снижение атаки на 80%, ну, сами понимаете, да? Ну, это просто очень и очень много. Еще и на 2 хода. То есть, ну, становится максимально бесполезной для себя, так сказать. Хорошо, идем дальше. Дальность действия 20, 2 случайных дружественных отрядов в пределах дальности эффекта. Уже дружественные, видите, да? 30% шанс заставить 2 своих отряда получать на 35% меньше урона. Длится 2 хода. Неплохо, но с учетом того, что он обычно стоит в первом ряду, либо во втором, то, ну, это ему все-таки должно включаться навык. 35% меньше урона – это нормальная такая цифра для стандартного героя, нормально. Но опять 30% шанс. Всего лишь 30. Ну, как по мне, ну, даже если тоже 2 раза за бой, наверное, сработает, это будет хорошо. Да, по 2 хода, то есть, в принципе, половину битвы 2 отряда у вас будет получать на 30%, на 35% меньше урона. Ну, еще терпимый такой навык. Ну и последний навык, 8. Дальность действия 4, цель 2 случайных вражеских отряда. В раундах 4, 5, 6 есть 70% шанс в пределах дальности ввести 2 случайных вражеских отряда в состояние молчания. Не давая им использовать боевые навыки, длится 1 раунд. Что здесь у нас? Навык неплохой. Потому что у нас как бы, да, не дает использовать боевые навыки. Это отлично. Ну, у кого-то есть боевые, у кого-то есть предбоевые, у кого-то есть пассивные, поэтому... Ну, по сравнению с стандартными, у них в основном все боевые, поэтому, конечно. Вот. Что у нас здесь? Нам уже четко говорят, что это будет в 3 раундах. То есть 3 раза за битву из 8. В 4, 5, 6. Но при этом еще и 70% шанс. Почему это говорит, что это будет не гарантированно? То есть вроде как у нас не максимум 3 раунда, когда этот навык может быть использован, и при этом еще и шанс. Ну, то есть в среднем, я думаю, 2 раза он точно должен его использовать. То есть двоим героям почти в конце битвы на 4, 5, 6 он сможет выключить использование боевых навыков на один раунд. Ну, то есть, грубо говоря, 2 раунда он их двоим героям не даст использовать. Это хорошо, но не настолько, чтобы это прям было решающим фактором в битве. Ну, заблокирует он на 4 раунде двоим, но третий все равно ударит. Вот, тем более дальность действия 4, цель 2. Если он, получается, будет стоять во втором ряду у вас, то его дальность, соответственно... А, нет, дальность его нормальная, он покрывает всех. Тогда хорошо. Но я просто к тому, что дальние герои могут стоять в БТРе, они обычно наносят много урона. И если он их не заблокирует, то того, что он заблокирует, возможно, первых 2 ряда, это особо не повлияет. Ну, в общем, вот такой вот герой. Поэтому, ну, не знаю. Если исходя из... боевых показателей, да, воевать стандартными героями, это однозначно нет. Вот. Ну, в плане ДД, в плане плиток, чтобы собирать много БТРов на бойцов, однозначно да. Он полезен и пригодится. Итак, теперь переходим к тем, что у нас есть. Ну, давайте рассмотрим дальше тоже специальный герой, а дальше уже остальных. Итак, бритва. Это у нас тоже идет стандартный герой, но под машинки исключительно. И он дальний. А у нас здесь пассивы на атаку, если не ошибаюсь, да? Да, 35. И 35. Да, 2 пассива на атаку есть. Хорошо. Герой в целом неплохой. Тоже приходит позже немножко. Кому-то заходит, кому-то нет. Но, во всяком случае, многие используют. И довольно-таки получается неплохой. Я его тоже особо, честно говоря, как-то...
не распробовал, но судя по отзывам, он довольно-таки неплохой. Итак, дальность действия 4, цель 2. Случайных вражеских отрядов. 30% шанс нанести 251,5. Господи. 251,5 урона двум случайным вражеским отрядам в пределах дальности эффекта, заставляя их получать на 21% больше урона, длится один раунд. Урон маленький. Даже несмотря на то, что две цели, совокупно 500, мало. Это очень мало. 30% шанс. Тоже говорит о том, что сработает максимум 2-3 раунда. Но впитывание на 21% больше урона, это хорошо. Пусть не он этот урон нанесет, а кто-то другой, но это хорошо. Поэтому в связке с хорошими героями он себя и должен показать лучше. Идем дальше. Что у нас? Пятый раунд. Пятый навык. На первые 4 раунда 2 случайных вражеских отряда наносят на 35% меньше урона боевыми навыками. Это отличный навык. То есть здесь четко показывают, да, что он занижает урон от боевых навыков, чтобы больше держать удар. Что у нас? Первые 4 раунда. Он-то говорит, что это половина битвы, да? То есть всего раунда 8, первые 4. Это хорошо. То есть первую половину битвы вы будете 2 отряда будут вам наносить меньше урона. Замечательно. То есть, ну, здесь нет конкретно, да, там, кому он сделает, тем более, то видите, это работает не на своих, что он кому-то занижает получаемый урон, а это работает на врагов, что они, получается, наносят заниженный урон. Вот. Минус, конечно, в том, если у соперника героя будут, которые пассивные, допустим, да, и они вообще не наносят урон, тогда да. Тогда, конечно, навык будет в пустоту. Ну, при стандартных героях такого практически еще нет. Поэтому пойдет. Здесь у нас что? Атака, защита 15, скорость битвы плюс 30. Ну, эффект навык понятно. Скорость битвы, кстати, маленькая. Если это 30%, то окей. Если просто 30, что, скорее всего, просто 30, то это немного. Последний навык, 8. Дальность действия 3. Цель 1, случайный вражеский отряд. 1, ход подготовки. Понятно, уже не очень. 40% шанс атаковать 2 раза. Каждая атака направлена на случайные отряды в пределах дальности. Действие урон 369. Что у нас здесь? 40% шанс. Ну, терпимо, да. То есть уже как бы ближе к 50, ближе к тому, что сработает. Ну, подготовка, опять же, да. То есть в среднем 2-3 раза за бой он так ударит. Атаковать 2 раза. На случайные отряды. Ну, то есть может ударить сначала одного, потом другого. Понятно. Урон 369. Для двоих, ну, в принципе, хорошо, да, в сумме там под 700 плюс. Поэтому, да, нормально. Ну, для восьмого навыка, в принципе, пойдет. Да, не прям, конечно, вау, но все равно вливает урон и хорошо. Вот, но за счет подготовки и, опять же, 40% шанса, тут уже у вас в результатах битвы, ну, как повезет, как рандом сложится, да, если вас там не заблокируют другие герои, если у него навык будет срабатывать чаще, он валит хорошо урон. Если нет, то да. Но не забывайте, да, про его навык, где он может увеличить получение урона. Это очень важно, как раз таки, с кем его ставить. Вот, продолжаем. Так, что у нас здесь? У нас остался стрелок, это железный страж. Вот. Многие за ним в начале игры очень сильно гоняются, потому что довольно-таки сильный стрелок. Тоже дальний у нас. Вот. И, ну, является таким определяющим фактором для многих игроков из разряда качать стрелков сразу. Или, как говорится, потом. Ну, потому что без хороших героев, когда вы только там начинаете, да, открывать себе путь к Т9, все сразу не откроешь, поэтому... Желательно открывать, и многие, в принципе, открывают под героев, так сказать. Под каких героев они будут собирать себе войска, то они в основном и качают. Но не суть. Страж прекрасный герой, хоть стандартный. Да, он, конечно, будет проседать по сравнению с S-героями и с X-ами. Но со стандартными героями я бы его, наверное, отнес к самому лучшему герою, потому что он прекрасно вливает урон. Это такая... По-своему тоже, наверное, калибри на минималках. Вот, ну, уже в начале игры. Поэтому да. Ну, так как многие у нас в начале игры играют машинками, да, то есть, если у вас есть хорошие БТ со стрелками, вы там просто можете
хорошо так поунижать ребят, так сказать. Ну, не суть. Два пассива на атаку, соответственно, уже хорошо. Погнали по навыкам. Подготовка 1 раунд, шанс 50% нанести 641 урон одному вражескому отряду с наименьшим числом юнитов в пределах дальности. Дальность действия 5 у нас, поэтому в последнем ряду прекрасно накроет всех. Вот, что у нас здесь? Ну, опять же, подготовка не очень, но шанс 50%, что уже хорошо. И урон, соответственно, по одной цели 640 тоже довольно-таки неплохо. Вот, поэтому не прям крутой. Ну, и навык только второй, как бы, да, еще не дошли дальше. Следующий навык 5. 50% шанс нанести 136 урона двум случайным вражеским отрядам в пределах дальности, а также 30% бонусного урона своим. Длится 2 раунда. Что здесь? Опять же, 50%, да, видите, то есть уже не 35, не 40, 50. То есть уже шансы чаще. Урон безумно маленький. 136 на двоих, это вообще ни о чем. А 30% бонусного урона своим, я так понимаю, он должен добавлять 30% бонусного урона для других героев. Ну, либо себе. Я так это понимаю, там, может быть, конечно, поправите меня. И длится это всего 2 раунда. То есть мало того, что... Ну, здесь акцент идет не на то, что он ударит больно, а на то, что он добавит 30% урона. Вот отсюда его пошла такая вытекающая полезная способность, да, усиления в целом урона вашего БТР. То есть в следующий раз уже жахнут посильнее. Это такие очень-очень важно. Так, пробуждение у нас что? Атака стрелков и защита плюс 10. Урон стрелков плюс 10, видите? Что очень важно еще. В пробуждениях не всегда одно и то же. Но здесь еще и урон стрелков добавляется на плюс 10%. Вот. Ну, в принципе, что его и делает, наверное, самым лучшим из стандартных. Восьмой навык, казнь, дальность действия 5, цель тоже 1. 40% шанс нанести 394 урона вражескому отряду с наименьшим числом юнитов в пределах дальности, а также увеличивая получаемый ими урона на 18%, длится 2 раунда. Вот. Что здесь у нас? Это на самом деле очень хорошо. Тем более, я думаю, вы должны были заметить, что у него два навыка, которые будут срабатывать не на рандомных одного из трех, да, соперников, у кого меньше всего людей. Это говорит о чем? О том, что этот парень будет целенаправленно высекать самого слабого, у кого меньше всего войск, не знаю, там первый ряд это будет или второй, но он будет постоянно бить туда. То есть, чем это выгодно? Тем, что он быстрее накажет и покарает кого-нибудь из отрядов героя, да, ну, соперника. То есть, если это будет первый ряд, он будет все атаки свои наносить в первый ряд. И вы, соответственно, быстрее уничтожите первый ряд, минусанете у соперника одного героя, это может быть в четвертом раунде. И все. Уже считайте, победа в руках. Плюс, как видите, да, бонусные уроны. Вот. И, соответственно, получаем урон на 18%. То есть мало того, что он бьет только в один ряд, конкретно слабый, он еще и заставляет получать больше урона. У него повышенный урон. Он повышает урон своим. И, соответственно, бьет он тоже таки неплохо. Ну, здесь 40% шанс, конечно, не самый шикарный. Но при этом урон тоже 400, как бы немаловажно. Вот. Поэтому, как бы, ну... И стандартных, ну, моя точка зрения, я солидарен со всеми, у каждого своя, но моя точка зрения, это самый лучший герой. Поэтому, если он выпал с дублем, сразу качайте его полностью на максимум, собирайте БТР на стрелков, открывайте первыми стрелками Т9, первые Т9 стрелки, и, соответственно, вы уже будете иметь отличный БТР. Плюс туда комплект рейнджера, и все, у вас уже хорошо. Если нет, ничего страшного, но... Будьте готовы к тому, что у кого есть такие стрелки, вам будет против них очень тяжело. Вот. Ну и теперь переходим к стандартным героям. По стандартным. Я бы их всех разбил на несколько категорий, потому что, ну, читать навыки каждого можно. Ну, я так понимаю, все равно всем будет интересно, как кого что можно ставить. Или кого с кем. Вот, гробовщицу я сюда не отношу, потому что она как бы стандартный, первый, рыжий. Но у нее акцент это, как видите, да, уничтожение зомби. Ей можно повоевать, да, я не спорю, но у нее акцент уничтожение зомби, поэтому ей лучше всего пробовать воевать на плитках. Просто плитки брать. То есть как бы у нее, она такой плиточный герой, я бы так сказал. Поэтому, ну, не знаю, не вижу в ней смысла. Вот, поэтому давайте рассмотрим их вот таким вот образом. У нас есть... Так, сейчас, секунду, мне тут...
один не высажен, я его туда уберу, чтобы он у меня полз. Да, вот таким образом. Вот, здесь у нас есть что? Я бы вот таким образом сделал. Есть дальние герои, да? Безумец и защитник рассвета. Оба отличные, оба дальние, оба нацелены на урон. Со своими особенностями, как бы, но я их приравниваю к одинаковой, как бы, по силе мощи, так сказать, и, соответственно, оба хороши, и обоих можно использовать. Но обычно это третий, второй ряд. Вот, есть, соответственно, герои первого ряда. Это у нас изгой и разрушитель. Почему их я сделал вместе, хотя можно поставить туда жнеца и арсенал? Можно. Но их я сделал вместе по одному простому фактору. Это пассив на очки здоровья. Он есть у изгоя и он есть у разрушителя. Очки здоровья плюс 15. Это говорит о чем? О том, что войска будут здесь более живучие. Соответственно, это хороший первый ряд, хорошие танки. Они впитывают урон. Вот. И, соответственно, очень хорошо будут стоять на первом-втором ряду. Третий, как бы, однозначно нет. А жнец и арсенал, как бы, это герои, которые могут стоять на первом ряду, но и на втором, соответственно. Но лучше я все-таки бы их использовал на втором ряду. У них тоже есть очень такая особенность. Я бы их разделил четко вот так. Арсенал – это первый-второй ряд про броню. У него два пассива на броню. Жнец – это первый-второй ряд на атаку. У него два пассива на атаку. Ну и навыки на атаку у него немножко, наверное, поинтереснее. Вот, поэтому вспоминаем сразу, да, наши войска. Бойцы, машинки, стрелки, да. Стрелки, у них самый лучший показатель по урону. Бойцы, самый лучший показатель по броне. Машинки, это что-то среднее. То есть они по атаке хуже стрелков, но по броне они лучше стрелков. По сравнению с бойцами они... Лучше по урону, но по броне хуже. Вот, ну, что-то вот такое. Поэтому, если вы собираете себе БТР из машинок или стрелков, то вам желательно там, допустим, жнец. Потому что у него больше пассива на атаку. Если это БТР с бойцами или это БТР с машинками, то арсенал. Вот. Ну, тут уже нужно смотреть по ситуации. Поэтому сравнивать их конкретно смысла нет. Ну, у каждого есть свои, по сути, навыки, по дальности ставите, и все. Посмотрим, что у нас есть в таблице. Таблицы у нас они тоже есть, если кто не видел. В самом низу нужно будет просто аккуратно смотреть. И говорю сразу, по бойцам нет никого. То есть стандартных героев с бойцами не используют. Вот, ну, как видите, да, стрелки есть. Стрелки есть, есть разрушитель, есть жнец, есть ганс, страж наш, и есть изгой. Вот. Ну, то, что я вам, в принципе, говорил, да, то есть жнец про атаку, в основном средний ряд, изгой, либо разрушитель, это первый-второй, ну, в данном случае, в данной формации просто еще стоит Янычар, как бы Янычар в первом ряду очень хорошо, потому что у него дальность навыков не позволяет особо хорошо играть где-то еще. Но это уже S1. Вот, ну и в конце везде ганс. Поэтому, если это БТР со стрелками, то хороший вариант это, по моему мнению, это изгой, это жнец, это ганс, то есть железный страж. Изгоя можно поменять на разрушителя, разницы особой не будет. Жнеца можно поменять на разрушителя. Разницы особой не будет, если у вас, допустим, кого-то из них нет. Вот. Единственное, что когда у вас изгой и разрушитель вместе, это все-таки более такая защитная формация за счет пассива на броню, за счет пассива на здоровье. И, соответственно, меньше пассива на урон, то есть вы немножко будете, ваш ПТР будет немножко меньше убивать. Вот. Поэтому обычно, ну, как бы можно там, скажем так, в крипах, если вы обороняетесь, то поставить там изгой, жнец, господи, и изгоя, разрушитель и страж. Если вы атакуете, то изгой, жнец и страж. Ну, то есть вот такого плана. Итак,
Это по поводу, как бы, да, стрелков, если на то пошло. Вот стандартный герой. Арсенала, как видите, здесь нет. Два пассива на броню. А как бы броня это не лучшая и не самая сильная сторона стрелков. Поэтому, ну, собирать его в таком виде смысла нет. Машинки. Что у нас здесь? Здесь тоже, как видите, есть стандартные ребята. Есть бритва. И он здесь везде фигурирует. На первом ряду изгой. Господи, квадратики. На первом ряду изгой. Вот. Ну и в одном случае, вот, пожалуйста, встречается жнец и укротитель. На последнем ряду, как я уже говорил, дальники. Это защитник рассвета и безумец. Все. Но они, в принципе, равноценны. Да, у каждого там есть какие-то разницы в навыках. Но по средним отчетам по вливанию урона они практически одинаковые. Ну, кому-то больше защитник нравится, кому-то больше безумец. Ну вот, тут уже дело как бы личное. Ну, большой разницы у вас между ними не будет. Вот, ну, соответственно, видите, да, первый ряд, все как обычно. Вот, бритву в основном ставят во второй ряд. Вот они все время здесь. Вот, ну, потому что бритва, видите, ему, он хоть и дальний, но он не считается большим вливателем урона. Все-таки вливателем урона ставят защитника либо безумца, а за счет бонусов от бритвы они вливают больше. Вот. Ну и на первый ряд кого-то из тех, кто танкует больше всего, да, то есть изгой, либо разрушитель. Вот это, в принципе, все. То есть больше особых каких-то моментов по стандартным героям, по их формациям, их нет. То есть, ну, вы можете самостоятельно формировать. Вот, допустим, здесь нет БТРа на бойцов, да, каких-то там вот в таблице. Но вы понимаете, что у вас арсенал, это защита. У вас первый ряд, соответственно, это изгой и разрушитель. Что можно сделать для бойцов? Можно, конечно же, сделать там изгой, там милитарист, арсенал как вариант. Арсенала можно, в принципе, поставить на третий ряд. Не рекомендуется, но можно. Можно просто сделать изгой, разрушитель и арсенал. То есть у них будет куча брони, у них будет куча здоровья. Все, чем вам не БТР для бойцов. Вот, ну как бы все. В этом плане реально. По стандартным героям, а вы смотрите только таким образом. И опять же, очень часто все задают всегда вопрос, кого с кем лучше поставить в самом начале игры. Ребят, когда у вас будет вот эти все герои стандартные, все прокачаны на фулку, вот тогда думайте, кого с кем лучше поставить. Точнее, можете там на видео посмотреть, да, на таблицу, на формации, да. Ну, повторяюсь, как говорил в самом начале, если герои у вас не фул, не важно, как вы их расставите в БТР, если они у вас до конца не прокачаны. Они уже слабее. Они слабые. Формация для них не имеет никакого значения, кроме как дальности их навыков, которые вы успели пооткрывать. Вот. Если герой не фул, он же у вас там и навыки не все открыты. То есть вы просто ставите по дальности их. Вы понимаете, что у вас там три самых сильных прокачанных, но не до конца. Это, я не знаю, там, допустим, защитник, безумец и арсенал. Вот их и ставьте. Первого ставьте арсенала, потому что у него навыки не настолько дальние. А двух дальников после него, да, то есть защитник и безумец. Все. То есть, когда вы уже их докачаете до фулки, вот тогда имеет смысл подумать, кого с кем поставить. Да. Пока нет. То есть, ну, вот такого плана. По стандартным, я думаю, мы все прошлись. Вот. Для тех, кто еще не знал, как бы, ну, я покажу. Вот эти вот формации я тоже не рассматриваю. Вот, допустим, питон, да. Есть у нас вот такой вот комбо 2. Вот, с героями S1. Где, как видите, да, есть некие бонусы. Сколько себя помню, ну, все время там было. Вот, не помню, когда это уже добавили. Но использовать двух фиолетовых и одного S1 только ради вот этих бонусов, это глупо. Поэтому даже не вариант это все рассматривать. Хотя такое, как вы видите, да, у нас в игре есть. Возможно, в дальнейшем какие-то вот такие комбинации еще будут вводить. И нам разработчики будут преподносить дополнительные бонусы, если вы используете каких-то героев вместе. Но пока этого нет. Вот, поэтому по ним пока тоже, ну, нет смысла нам проходить. Тем более герои S1. Когда они у вас появятся, у вас уже будут и оранжевые, фуловые некоторые. Поэтому все. Вот. Что еще можно по стандартным отметить?
это вот этих двух героев, которых вводили недавно. Герои для сбора ресурсов. Они как бы фиолетовые, но если вам там в понедельник сборы и никаких проблем, они считаются, что же у нас стандартными, да. То есть у них тут есть всякие бонусы, не буду сейчас читать, их можно будет посмотреть. Они не про атаку, они, скорее всего, видите, про сбор. Скорость сбора повышается, приносит нам 15% больше ресурсов. Все. Ну, то есть для тех, у кого класс грабителей, им сложно делать сборы по понедельникам, это поможет. Но их всего два, поэтому это незначительный плюс. Все-таки лучше наклепать детали первопроходца золотые и одевать их в понедельник на сборе. Вот, поэтому по стандартным героям у меня все. Если у кого остались вопросы какие-то, пишите. По стандартным, в принципе, все просто, поэтому, ну, просто есть очень частые вопросы, поэтому на них всегда очень часто один и тот же ответ. Вот. Ну, если у кого-то есть какие-то моменты, или кто-то чего-то там, может быть, не понял или хочет уточнить, вопросов нет, ребят, в комментариях. Вот, я думаю, там экспертов у нас будет достаточно, все смогут подсказать. Вот, не стесняемся, обращаемся, пишем. А на этом у меня все. Опять же, с наступающим. Всем пока-пока.